дайте обратную связь, чтобы я понял. Рад вас видеть у меня в мастерской. Это недалеко от Москвы, недалеко от Шереметьево. Ну что там? Нам помогает Юля, она следит за вопросами. Да, всем привет. Звук видно. Идет? Угу. Юлю слышно? Ответьте, пожалуйста. У нас два микрофона сегодня. Да, я буду читать вопросы. Если меня слышно, то тоже поставьте, пожалуйста, плюсик. Ну что, все в порядке. Отлично, друзья. Я рад, что мы сегодня снова вместе. Надеюсь, мы продолжим все это дело еженедельно, раз в неделю, по четвергам. Может быть, даже чаще, когда я буду проводить мастер-классы, скоро в Армении и потом в Италии. Посмотрим по ходу дела. Я постараюсь выходить в прямые эфиры там, чтобы показать, как мы работаем с коллегами, со студентами, какие решаем задачи. Вы, кстати, еще можете присоединиться к армянскому классу и к итальянскому тоже. Хотя группы уже так набраны, но в Армению можно воткнуться еще. Автобус там большой, нас будут возить по всяким местам, 6 дней живописи, так что присоединяйтесь. Я хочу начать с того, что когда-то давным-давно, даже не помню, какой тут год, вот на этой картине вы наверняка ее знаете, сейчас посмотрю, ну, 90-й какой-то год, тут где-то скрыта эта подпись, кстати, можно же ее увеличить. Так, и... Ой. И вы ее наверняка помните, эту работу. Она называется «За мгновение до пробуждения», но года я здесь не вижу. Писалась с натуры. Тема очень интересная. Она была для меня интересна тем, решение было такое, что девушка в состоянии расслабления, ее пронзает луч такой небесный. И она, если по тени посмотреть, декоративные цветы, то тень от нее говорит о том, что она взлетела над цветами. Она как бы парит над землей. То есть она потеряла свой вес. Вот эта вот невесомость возникла. Она в этой невесомости как бы лежит расслабленно, но она над землей. За мгновение до пробуждения. Ну, тема очень интересная, и я решил вернуться к ней. Ко мне приехала девушка Юля, которая отозвалась. В прошлый раз я показывал с ней портрет в эфире. И мы с ней поработали на эту же тему, и возникло другое решение. Сегодня я пишу по-другому, и эта работа называется «Пробуждение» в такой декоративной манере. В конце сегодняшнего эфира я прочитаю эссе, которое я написал на эту тему. Я уже говорил, что на выставках я буду свои картины, ну, рядом с ними вешать такие бумажки с текстами. И скоро будет выставка «Современный русский импрессионизм» в арт-коробке в Москве. Я вам сообщу, когда она точно будет. Примерно через месяц, по-моему. Ну, примерно. И я вас приглашу на открытие и посетить эту выставку. Я там планирую показать много фигуративных и портретных работ. Так что будет интересно. Сейчас вопросы, которые вы задаете. Первый вопрос там про белила, да, как он звучит? Очень? Да, Вячеслав, скажите, пожалуйста, чем хороши цинковые белила и белила титановые? В каких случаях вы их используете? Что можете порекомендовать? Сейчас я настрою, где наша с тобой трансляция. Вот она. Так. Так, титановые и цинковые. Вы знаете, ну, я вообще работал раньше и с титановыми, и с цинковыми вместе. И цинковые использовал тогда, когда в начале они более жидкие значит, у мастер-класса. Кстати, у Ван Гога, по-моему, наоборот. Они более густой консистенции. Там нужно просто экспериментально пробовать.
Подскажите, кто работает Ван Гогом, если я не путаю, или еще какая-то, или Рембрандт фирма, да, где-то вот все наоборот. Но, значит, мастер-класс делает более жидкими цинковые белила. И раз они жидкие, они более прозрачные, ими можно лессировками заниматься. И вначале, когда вы прокрываете, вот закладываете пятна, можно делать это цинковыми белилами. А потом, когда хочется ударить корпусно, вы замусоливаете, значит, титановыми. То есть титанами, поскольку титановые более густые, ими можно делать более мощные мазки, и мастихином в том числе. Ну, вот такая история. Наверное, это все. А дальше экспериментально смотреть. Я раньше писал, я помню, цинковыми, ну, просто не знал об этом, что у них такие свойства. И помню, в Гурзуфе я мучился просто. Ну, потому что не получается. Берешь цинковыми, а этого мазка нет, вот густого такого, мощного, который поверх, да, кладется. И я помню, Илья Даньшин мне говорит, а что ты, говорит, ты цинковыми работаешь? Ну, ты герой, типа, как у тебя получается даже это. То есть это преодоление материала в силу того просто, что я не знал, что они так себе по-разному ведут. Мне казалось, какая разница, цинковый титан. Ну, вот те, кто знает это, может сейчас улыбнуться, а те, кто не знает, то берите это на вооружение. Ну, давайте дальше. Что там, Юлечка? Ну, вот Алексей спрашивает, что он купил 10 уроков, и в течение года их пересматривают по 2-3 раза. А если доступ исчезает, вот он говорит про рисунок головы, всего на 4 месяца доступ, ну, это какая курс? В этом польза, он спрашивает? Какая? Динамика. Вы не сможете отлынивать, у вас есть лимит времени, вы должны исполнять, уложиться в эти 4 месяца, чтобы исполнить задание. Ведь же русский Иван как, 4 месяца потом, ой, 3 осталось, еще 2 успею, потом кто-то пишет мне, месяц остался, я вся была в делах, продлите мне, пожалуйста. Так что только из-за того, чтобы вы динамично шли вперед, это на пользу всегда. Когда есть некоторый лимит времени. Но вот так. Давай дальше. Пока вопросов нет еще. Пока нет. Ну ничего, мы сейчас найдем вопрос. У меня столько накопилось вопросов, что, мама дорогая. Значит так, пока вы там пишете, вы пишите. А я тут из прошлого очень много неотвеченного, так что сейчас мы... Ну вот, Фанточчо Мазини, вы сейчас наверняка в эфире, я так понял, что вы из Риги, встречались ли мы с вами? Вы пишете, что в Риге будет проходить арт-фейр, я на нем был 2 или 3 раза, каждый год он проходит, в Железнодорожном музее, прекрасное место, рядом с библиотекой, выставка распродажи, так, да-да-да. Я помню, Слава был там не раз, так были ли вы там или нет, Фанточчо? Поехали бы вы в этом году, если бы не обстоятельства? Ну, конечно, поехал. Это же очень здорово. Там встречается много художников. Выставка – это не просто вот показать работу. Это же встреча еще с друзьями хотя бы раз в год из Риги. Это вообще классно. Я там проводил довольно-таки много мастер-классов. И я надеюсь, что все стабилизируется. Я приеду еще. И будем и выставки проводить там, и что-нибудь делать такое, ну, писать вместе. И приезжали на мастер-классы из соседних республик. Даже я помню, так, Олег Чумак приезжал из Швеции туда. Олег, ты здесь? Так, что дальше? Идем дальше. Так, про арт-фейр я ответил. Юля, там нет. Пишите вопрос, друзья. Да, вот есть вопрос у Олега Сизенко. Слава, вы как с натурщицами расплачиваетесь? Деньгами или картинками? Ну, картинки мои недешевые, поэтому, да, деньгами, конечно же. Натурщица это должна зарабатывать деньги. Бывает так, что ко мне вот приезжают просто попозировать. И, ну, разбираемся. Это сложная работа. Попробуйте попозировать, я не знаю, 3 часа в какой-нибудь скрученной позе. Ну, хотя бы 10 минут. На набросках они больше любят позировать, потому что
Ну, там быстро меняется поза. А если заверченный на 3 часа, то, конечно, это довольно тяжело. Что-нибудь еще? По поводу ручки из бамбука, Александр. Года 2 назад меня осенило по поводу такой ручки. Вышел прогуляться к заливу, это юго-запад Питера, и нарезал тростника. Тростник, кстати, да. Правда, он тонкий, но получается нормально. Рекомендую интересующимся. Знаете, какая штука важная? То есть просто нарезать недостаточно. Вот как бы это показать. Ну, попробую. То есть вы срезаете бамбук. И нужно еще делать расщелину и просверлить дырочку. Ну, как перо железное для каллиграфии. Вот посмотрите, как они устроены. Вот так же, таким же путем, по такому же принципу сделать это деревянное бамбуковое перо. Ну, вот маленькую дырочку, я не знаю, там миллиметр. И ножом сделать такую просечку, чтобы скатывались чернила. Ну, вот, Александр, спасибо, поделился, значит, идеей с тростником. Будем делать из тростника, да, Юля? Вот Тимур спрашивает, технический вопрос. Ну, да. Как вы устанавливаете камеру, когда пишете? Я тоже хотел поснимать свою живопись, но есть проблема. Сбоку искажается картинка, а фронтально мне мешает камера. Ничего не понимаю. Вот как снимать свою живопись? Ну, со штатива. У меня стоит... Можешь подать мне вот эту вот штуку, если не сложно? Ну, фотоаппарат. Я просто покажу прям сразу. Значит, у меня на штативе Canon. Хороший фотоаппарат Canon. Ну, раньше был 5D, а сейчас Mark. Canon, который висит на штативе. Mark 2. Его можно купить... Прям нет, целиком. Ну, ладно, ну да. Ну да, со штативом. То есть у меня прямо в мастерской стоит, вот Юля мне помогает, несет эту штуку. Он у меня стоит здесь всегда. Вот. На штативе стоит Canon с длинным, с длиннофокусным объективом. 200 миллиметров. Но он такой у меня дорогой. Называется, как он там называется? 200 миллиметров. А, со стабилизацией и 70-200, во, L-класс. Все, ну, да, еще к нему тросик с этой штучкой. Вот это тоже не пожалеете купить, потому что это важно. Потому что вы убираете все настройки на объективе. Так, сейчас покажу, чтобы видно. Все в минус. То есть, ну, кстати, Mark II хорошо фокус ловит. Можно автофокус оставить, стабилизацию убрать. Оставить только автофокус. Оставили. Прямо этой кнопочкой вы нажимаете, он бум, фокусируется. Да, ставите здесь, значит, ISO или ISO. 100, самое минимальное. Уменьшаете дырку, значит, диафрагму полностью закрытую. Ну, там сколько, 16 или 24 единицы. Вот, выдержка как выйдет, по диафрагме вы делаете, выставляете выдержку, здесь есть такой режим, она может быть 2 секунды, потому что дырка-то маленькая. Нажимаете, он, вот почему важен тросик, потому что 2 секунды выдержка. Освещаете картину, ну, светильником я уже показывал в своих роликах, как освещать картину, так, чтобы она равномерно была освещена там сверху или два с боков софиты. Пару софитов купите, рассеянным светом освещайте под углом 30 градусов примерно, ну, вот как лицо мое, вот так вот, да, освещайте с этой стороны и с той, чтобы никаких бликов не было. Это важно, смотрите в объектив, чтобы не было бликов. Снимаете, ну и все, потом в фотошопе правите, да. Ну, подсказывают, что все-таки это про видеосъемку процесса. Про видео. Да, то есть про... Ну, про фото тоже не помешает, это очень частые вопросы. Или берешь куда-нибудь тогда, чтобы картину не за это самое, не застилало. Так, про видеосъемку. Камера 200, как она называется, Canon 200D. О, небольшая камера. Так, ну ладно, я Юлю не буду уже беспокоить, сам вам сейчас покажу. Поскольку тут все заточено, тоже будет вам, думаю, интересно. Внешний микрофон. 200D.
маленькая, компактная. Две батарейки покупайте, потому что они быстро, значит, исчезают. Флешку вставляете сюда. Чем она хороша, эта камера? Тем, что у нее поворотный экран. Вы можете, вот видите, вот в этот экран вы себя видите, когда снимаете. Поэтому, когда я вам часто снимаю и говорю, вот это лицо, к этому сравните. Я просто вижу вот в этот мониторчик, что там сзади, и поэтому так все четко попадается. Поворотный экран – очень удобная вещь. Этот маленький, всего лишь плешивый объектив Canon, не L-класса, а обычный, 24 мм, постоянное фокусное расстояние. Прекрасно, он даже мне нравится больше, чем L-класса, такой широкофокусный. Ну, какой-то он там 24, еще чего-то там, 80 или что-то, какой-то зумированный. Так вот, этот маленький объектив я в поездке с собой беру. Чем интересен этот фотоаппарат, в отличие от того же Марка 2? Да он фокус держит. Ты видишь квадратик, он поймал твое лицо, ты будешь двигаться, и он тебе будет держать этот фокус. Так что блестящая машина для... И внешний микрофон есть, и, в общем, очень удобная. Рекомендую. Так, идем дальше. Лена Терзян спрашивает. Лена, привет. Слава, очень эффектные работы на экране. Ну, речь. Которая? Да. Которая та девушка? Угу. Сейчас покажем еще, Лена. Скажите, как называется этот стиль или направление, когда в работе и объемные объекты, и плоские, напоминает Клинта, и очень хочется попробовать в таком ключе? Ну, я тогда был действительно увлечен Клинтом, ну да, такое арт-деко, да, и мне очень интересно было соединять плоское изображение и объемное. И, ну да, вы правильно, Лена, подметили, что здесь есть какое-то влияние. Да просто попробуйте вот все, что вы видите объемно на втором плане, сделать плоско. Просто как эксперимент. И в него вписать объемную модель. Ну или что-то объемное. На стене висит, и все. И вы его делаете согласно двумерным. То есть двумерное – это значит вот ширина и высота, все. Нет никакой глубины. А объект – трехмерный. Соединяете это и... Я не знаю, как это называется. Арт-деко. Да давайте назовем как-нибудь. Терзян назовем. Давай. 2-0. Бенуа рисовал портреты и фигуры одной линии без краски. Я тоже пробовал так рисовать портреты тушью и пером. Некоторые получились интересные. А вы пробовали так, спрашивает Иван. Одной линии без краски. Ну, есть какие-то, да, это очень сложно. Это высший пилотаж. Нужно столько лет посвятить рисунку, что Кордовский, по-моему, начинал там от пятки. Так, рисовал всю фигуру стоящую. Всю, абсолютно, не отрываясь. И доходил до этой пятки или до там мизинчика, что ли. Ну, вы представляете, нужно какое развитое видение, чтобы как бы обрисовывать, отсекать лишнее, да, как Микеланджело в камне. Он, то есть, просто рисовал, вел линию, видя трехмерность формы, чувствуя совершенно, ну, в ракурсе или не в ракурсе, сразу, не отрываясь. Ну, это сложно для меня. Поэтому-то и езжу на наброски, чтобы тренироваться и, ну, все время совершенствовать свои навыки. И в прошлый раз я показывал вам наброски, где прочернила, помните, был разговор. Там как раз вот этот прием использовался, где я сначала пером, вот этим бамбуковым, просто сделал рисунок, конечно, отрываясь от бумаги, а потом заливал это водичкой, там, ну, кисточкой с водой, и получалось пятно. Ну, вот так. Если вы хотите еще раз посмотреть, я могу вам найти этот рисунок. Он тут где-то у меня быстро найду, так что вы поймете, о чем речь. Вот
вот об этом рисунке речь. Вот, видно, да? То есть сначала был нарисован контур, а потом заливка. Ее можно было делать легко, но чернила не позволяют это легче сделать, чем здесь. Поэтому получается вот так. Но все равно хорошо, ты же форму чувствуешь, поэтому вот эта заливка дает сразу такую массу, пятна, и очень интересно получается. С монитором, кстати, друзья, мне кажется, логично что-то всегда быстро показать вам. Еще что-то есть, Юлечка? Да, вот у Тани пропустили вопрос. Спасибо, Таня, что написали. Угу. Слава, я уже спрашивала ваше мнение. Возможно ли, не умея продвигать себя в соцсетях, достичь хоть какой-то востребованности? Я вижу, что профессионализм и успех сейчас не всегда зависит. Это правда. Востребованность. Но это же просто ты вкладываешь всего себя в то, что ты делаешь. А востребованность – это как повезет. Вы знаете, я помню выставка в ЦДХ. А до этого было, я не знаю, может быть, там десяток выставок, на которых у моих коллег, ребят, друзей покупались работы, а у меня нет. Вот что чувствует художник, когда он чувствует, что у него сильные работы, а покупать, например, слабее или такого же уровня, покупают, а у тебя нет. Вот что ты чувствуешь? Такое отчаяние, но надо держаться, стиснув зубы, работать на качество. И десяток выставок ничего не покупалось вообще. Вы представляете? То есть приходят там покупатели, их видно, они там перебирают у других. Сложная ситуация. Фотографируются все. А у тебя нет. А потом мне ребята сказали, что твоими работами интересовался кто-то там, а я в ЦДХ там где-то гулял. Я говорю, а кто? Да он сказал, что придет. Я говорю, как это придет? Может, и забудет. Нет, он придет. И пришел один мужчина, который сказал, что ему очень нравятся мои работы. Есть ли у меня еще? А у меня было выставлено, прилично работа там, наверное, около 30. Так он купил все те работы, которые в ЦДХ висели. И еще в мастерскую ко мне приехал. И еще у меня отобрал. В общем, весьма прилично. То есть, 10 там выставок подряд я ждал. Нужно уметь ждать. Но ты ориентирован должен на качество. Вы знаете, как зовут девушку? Таня. Таня. Если вы чувствуете, что то, что вы делаете, это качественно, просто показывайте это. Показывайте разные свои работы. Тут еще какой важный момент, что я раньше думал, покажу какие-нибудь так для выставки, а самые хорошие я оставлю здесь, пусть они здесь. Нет, важно показывать самые лучшие работы. Потом, покупатель, он смотрит. Он увидел Таню, отметил себе на бумажке, смотрит следующую выставку, заходит, где Таня на работу, где-то в интернете. Как она развивается, как этот человек, что он еще новое показывает, он не спешит покупать. Он наблюдает за художником, что он предлагает. И потом покупатель выберет самое лучшее у вас, познакомившись с вашими работами. Он просто будет наблюдать, возможно, не один год. Так что просто к этому надо быть готовым. Это такая стратегия, когда вы работаете во имя искусства. А покупатель серьезный, он всегда чувствует, есть ли коммерческая жилка в этих работах, либо это искусство. И, я не знаю, на что вы нацелены, но если на высокое искусство, то нужно еще больше ждать, потому что ты новатор в этом смысле, и твои работы могут сразу не понять. Нужно просто терпение иметь. Есть еще что-то? Да. Вот Неля Гурьева, это участница
чата «Арт-вопрос». Да, Нелли. Спрашивает. Слава, у меня есть красное платье, я купила его после вашей картины «Бокал Мартини». Я помню этот пост, вы писали, да. Можно к вам приехать позировать? Правда, я очень взрослая. Ну, взрослая, взрослая. Очень хорошо. Пришлите мне на WhatsApp фотографию в красном платье, и мы договоримся. У меня есть зонтик, мне Лена Ушакова подарила. Зонтик, Юлечка, можешь показать зонтик? Угу. Сейчас, может быть, мы как раз этот зонтик нам будет в масть. Я был, мы с госпожой Леной Ушаковой были на выставке Вьюара или Бонара. Бонара. И мне так понравился этот зонтик, там он продавался. Лена говорит, нет, не надо покупать, Слава, я вам подарю. И она прислала мне из Петербурга. Вы посмотрите, какое чудо. Но мне кажется, это просто для вас. Лена, спасибо тебе огромное. Вот скоро, скоро будем писать, значит, работу под этим зонтиком. Ну, продолжим. Пишите в WhatsApp, мы договоримся и будем писать работу. Дальше. Михаил Зарецкий спрашивает. Может ли компенсировать чудом. Рама неудачную работу, если холст натянут на кожаных шнурках? Взять этот самый, там холст на кожаных шнурках. Мы сейчас как раз найдешь там внизу. Так, компенсировать рама, работа. Как Табато говорил, увидел там кто-то какую-то ерунду написал на выставке, что ли. Он говорит, вот сюда дорогую раму, и она все оформит, даже фигня какая-нибудь. Дорогая рама все закончит. Нашла там внизу, прям на шнурках там. Во-во. Так, там какая-то ерунда у меня нарисована, но неважно. Значит, это мне, эту раму подарил мне один умелец. Смотрите, на кожаных шнурках. Это случайно не вы, кто мне подарил эту раму? Я тут нарисовал натюрмортик. Так вот, естественно, смотрите, оригинальная вещь. Это не рама, а чудо. На кожаных шнурках. Так ответьте, это не вы мне подарили? Здесь написано Михаил Зарецкий. Это вы? Михаил Зарецкий? Да. Михаил, привет. Написано Михаил Зарецкий в подарок Славе К. 20-й год. Михаил, огромное спасибо. То есть ваша рама, сегодня в ней уже находится работа. Я прямо жду от вас. Вы напишите мне, я бы вам заказывал еще такие рамы. Друзья, Михаил Зарецкий делает эти рамы, обращайтесь к нему, вам пиар, так что у вас будут заказы. Ну, просто чудо. Смотрите, здесь все так сделано здорово. Как холст здесь сшит, зашит. Офигеть. Михаил, спасибо огромное. Давайте дружить дальше. И, друзья, заказывайте у Михаила рамы. В каком вы городе, где-то, я не помню, мы с вами встретились. В Петербурге, по-моему, вы приезжали ко мне на выставку, да? Что там не написано? Ну ладно, давай дальше. Ольга пишет, что у меня к зонтику есть кружевное платье. Во. Предложение, значит, вы фотки пришлите в кружевном платье, но, может быть, в красном будет лучше. Ну, мы выберем. Вы напишите, пришлите фотографии, где вы в платье, и мы решим, напишем портрет. Дима спрашивает, подскажите, планируется ли у вас персональная выставка, и очень хотелось бы увидеть вживую. Планируется, но это мне надо зайти в календарь и попробовать посмотреть, когда, значит, планируется. Ну, во-первых, в коробке, значит, я сказал, будет. Да, смотрите, персональная выставка планируется 15 ноября по 28 ноября в Нижнем Новгороде в галерее «Луна». Мы договорились и будем там выставляться. Это ноябрь, да? А потом уже следующая выставка будет, я сообщу. Персональная будет уже 4 месяц. Это март у нас? Январь, февраль, март, апрель. Январь, февраль, март, апрель. В апреле в начале. Но это я еще сообщу. Так, поехали дальше. Привет из Новороссийска пишут, Абрау Дюрсо. Привет. Наталья. Ага. Привет, Наталья.
А вы были у меня на классе, Наталья, или нет? В Абрау-Дюрсо. Не пишет? Не успевает? Пока нет. Добрый вечер. Скажите, как вы относитесь к неаполитанской розовой и неаполитанской желто-палевой масляным краскам? Вы знаете, вот к своему удивлению не использую, потому что мне хватает красок, которые я много раз перечислял, которыми работаю. И ну а зачем добавлять? Ну, наверное, это может облегчить работу, если какой-то уже замес сделан предварительный, да, вот из этих неаполитанских. Ну, это пижонство, мне кажется. Если... В чем труд замесить, используя вот ходовые краски, всем известные? Ну, я не понимаю. Не знаю, я не использую. Но если вам удобно, ради бога. Главное же, чтобы вам было удобно писать. Аида спрашивает, собралась купить миллиард красок и вспомнила, что любую палитру можно создать из базовых красок. Да, об этом и говорю. Какая у вас базовая палитра? Базовая палитра. Я только... Ну что, перечислять, что ли? Я уже 100 раз их перечислял. Давайте я еще раз в Телеграм кину. Вы подписывайтесь на Телеграм-канал, где у нас там все это есть. Но принцип такой. Значит так, сейчас краски масляные. Ну вот смотрите, белила титановые. Я быстро перечислю. Кость жженая, кадмий желтый лимонный, стронциановый. Можно одну из них, да? Кадмий желтый средний, кадмий оранжевый, но желтый темный можно еще. Кадмий красный светлый, кадмий красный темный, кадмий, краплак розовый прочный, краплак фиолетовый. Ну, можно там просто краплак другой какой-нибудь. Умбра жженая, вандик, можно какую-нибудь одну взять. Капут мортум, тоже можно обойтись. Так, или тиева индиго красно-коричневая, шахназарской красной можно обойтись, охру красную вместо него, охра золотистая тоже не надо, не обязательно, сено натуральное можно обойтись, охра желтая вот это есть у меня, королевская голубая, ультрамарин, кобальт, ну фиолетовый можно не надо, ультрамарин небесная голубая, кобальт синий, они разные бывают, спектральные, голубая ФЦ, изумрудная зеленая, или ФЦ зеленый, да, окись хрома, майская зеленая. Ну все, давайте дальше. Виталий спрашивает, как научиться вести линии и накладывать мазки так, чтобы они ложились по-природному свободно, а не мультяшно? Пример, если рисовать очертания острова от руки, сразу видно, что он искусственный. Так я же уже отвечал на этот вопрос. Пропустили буквально пару дней назад. Помните, я еще говорил, что нужно это самое принять, тогда вибрирует, рука будет вибрировать, все смеялись на эту тему. Ну, просто вот как будто бы не очень ровно, как вот пьяный идет, но же не может прямо идти. Даже полицейских проверяют так в Америке. Он прямо должен пройти хотя бы метр. Он не может метр даже пройти, его заносит. Так и вы рисуйте немножечко так, вскользь, чуть-чуть в сторону. Ну, ведет линия, раз прервалась, потом опять, ну, жестко, где-то вообще исчезла. То есть, ну, просто это помните в сознании, что вы делаете не чертеж, а что-то живое. Где-то она, вот смотрите, ушла, где-то появилась, вообще не туда пошла. И все это не туда, туда, все это складывается, тут вообще исчезло. Ну, где-то намеком. Делайте наброски. Вот в наброске это особенно видно, сейчас увеличу. Смотрите, вот линия. Внизу, свет же сверху обычно светит. Внизу она мощная. Где тут низ? Мощная. Вверху полегче. Видите, какая она разная. Здесь вообще вон. То есть все, что внизу, это покрепче, что вверху полегче. Но варьируйте. Где-то вообще ее здесь нету. То есть она где-то появилась. Ну, если есть задача быть в этом смысле свободным, это приведет вас к результату. Пробуйте не чертить, не по линейке, а намеренно. Возьмите левой рукой, если вы правша. Возьмите левой рукой
и порисуйте левой рукой. Уверяю вас, вы удивитесь, как все будет интереснее рисунок, чем правый. Ну, правда, я был в этой самой, в Сербии, и как же его звали, дядечка такой? Я уже показывал, он там преподает где-то в Бельгии, что ли, преподаватель живописи. И он проводил эксперимент со студентами. Делали наброски, и все отметили, что непривычной рукой наброски у студентов лучше. Ногой попробуйте, носом. Ну, носом достаточно, другим не надо, да. Хелен Прайм спрашивает. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Привет. В каком-нибудь из ваших уроков есть разъяснение, где, как правильно и гармонично объединить работу? Обобщить. Угу. Ну, обобщение – это такая глобальная тема, очень сложная. В каком-то уроке, да? Вы знаете, сейчас прямо вот не вспомню, прям конкретно. В каждом уроке это есть, да? Ну, там, где я пишу. Потому что важно понять принцип, чтобы работа была целостна, чтобы ее нужно собрать в конце. И главное понять принцип, что в этом теплом где-то должно промелькнуть то, что рядом, отсюда и отсюда. И в этом там зеленом где-то красное промелькнет. Короче говоря, вы берете вот этот красный цвет и где-то касаетесь. Пока произвольно. Вы сами почувствуете композиционно, как это работает или не работает. Берете потом зеленый и касаетесь. Вот здесь, здесь. Ну, тут просто другая техника, тут нет такого прямого. Вот я не могу на этой работе вам показать, как обобщается. Короче говоря, соседние цвета вы вкладываете, там зеленый в красный, красный сюда или в холодный. Вы связываете их. Это один путь. Широкой кистью, большой, мягко касаясь, едва-едва. Но если вам это по стилю. А второй путь, как делали Бонар в ЮАР. Они делали имприматуру, ну, знаете, охристую, да? Просто охрой замазано все. И не всегда и прописывали работу. И эта охра, она просвечивает, посмотрите их работы, в ЮАР, Бонар. И охра связывает это, и обобщать ничего не надо. Ну, вот такая... Такая технология, такой прием предлагаю. Пока так. А в уроках вы мне напишите еще, может быть, в Телеграм или на WhatsApp, ну, мне конкретно, и я тогда сообщу, где это прям вот сильно прозрачно видно, да, где это прописано. Еще немножко, уже мы 38 минут в эфире, друзья. Давайте мы не будем особенно затягивать, но пару вопросиков, и тогда... До следующего раза. Да, Дилшот спрашивает. Слава, я пишу работы и вижу, что есть рост, но что-то не хватает. Например, у вас много портретов, натюрмортов, пейзаж, а я как будто не держусь одной темы. Может, я тороплюсь? Не держусь одной темы? Или держусь одной темы? Не держусь. А как это понять? То есть у меня много натюрмортов, фигуратив и портретов? Ну да, видит, что есть рост. Но что-то не хватает. А что не хватает-то? Чего не хватает? Я же не знаю. Надо работу смотреть. От чего не хватает? Он как будто держится... не держится одной темы. Так я тоже не держусь. У меня темы разные. Смотрите, и такая тема, и такая тема. И пейзаж, и натюрморт, и фигуратив, и портрет. Ну, чего не хватает? Не знаю. Самый простой... способ, наверное, просто работу свою поставить рядом с гениальными работами великих художников, которых вы любите. И посмотрите, ну, как она вообще достойна. Может, рядом висеть на выставке или нет. Один парень, Саша Тищенко, он говорил, что почему ты не выставляешься, а работа великолепнейшая. Он говорит, ну вот пока я не чувствую, что могу рядом быть. Моя работа, может быть, там с Репинской рядом. Когда почувствую, тогда буду активнее выставляться. Ну, представьте, какая скромность и какой к себе такой вот, ну, сильное такое отношение
к своему мастерству, к росту своему. Ну, поставить свою работу рядом и примерно так представить, что она будет висеть рядом с великими, это заставляет задуматься, может быть, действительно еще подождать, ничего, что торопиться. Давайте грызть гранит науки и, ну, достигать мастерства определенного. Но это не значит, что вы там где-то в погребе будете сидеть и не выставляться. Выставляться обязательно, но собирать какую-то, я не знаю, коллекцию каких-то работ, которые, ну, очень-очень прям самые-самые, и делать, готовиться к персональной. Пусть это займет несколько даже лет. Просят повторить число и месяц выставки в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде. 15, по-моему, ноября. Сейчас посмотрю. У меня написано 15 ноября. С 15 по 28, по 30 вроде бы ноября. Ну, я еще сообщу. Галерея «Луна». Мы договорились. Мотивар спрашивает. Слава, интересует такая деталь по поводу красок. Есть светлые и темные. Например, синяя краска кобальт светлый и кобальт темный. Кадмий темный, средний светлый. Как понять, что использовать и когда? Все использовать? Когда? Ну, как когда? Ну, пишешь там такую краску, а нужно потемнее. Тебе же не обязательно, чтобы ее утемнить, залезать, я не знаю, куда-то там в синюю. Есть умная краска, утемняешь, сохраняя красный цвет. Вон красная девушка висит. Там разные краски. Красный кобальт, красный, светлый там использовался в основном. Но в тенях в особенности там может быть и кадмий темный, и плюс краплак какой-то. Вы же мыслите тональными связями. И чтобы цвет был чистый, не надо его, не знаю, коричневого там мусолить. Он же потеряет чистоту. Поэтому сохраняйте за счет... Эти краски специально сделаны темные и светлые, там, холодные там, или красные, с тем, чтобы сохранять цвет, чтобы он живой был, ну, сильный, яркий, мощный. Ну так, есть еще что-то? Да, Влад спрашивает. Добрый вечер. Какой, по вашему мнению, самый удобный мольберт? Какой бы вы посоветовали взять? Спасибо. Вы знаете, раньше был Gino Art 6030, такой артикул. Вы можете набрать его в интернете, и вылетает, вот, например, на Озоне. Чего ж далеко ходить, мы сейчас с вами сделаем. Значит, мольберт. Вот Genoage 6030, вылетают вот такие треноги, причем очень дешево. Мольберт для рисования телескопический, тренога, ну, не знаю, 729 рублей, что-то вообще смешно. Высота 50-160. Вот здесь посмотрите, значит, мольберт, тренога, Gino Art 6030. Наберите и погуляйте по Озону. Может быть, вам что-то там будет полезно. Так, сейчас я, чтобы вам было... Чтобы вы запомнили, как это пишется, я вам напишу. Так. Что оно тут не делает? Черный. Значит, вот. Пишется это вот так. Gino Art. Надеюсь, видно. 6030. Ну, вылетают там какие-то другие модификации, но вполне себе такие алюминиевые, в сечении такой прямоугольник. Я на них вешаю палитру, которую придумал. Ну вот, и очень удобно, легко. Ну что, 44 минуты мы в эфире, давай последний вопрос, и тогда будем расставаться потихоньку. Ген Сумин спрашивает, пойдете ли вы на выставку Боголюбова в Третьяковке? Ваше мнение об Алексее Петровиче и его творчестве? Вы же тоже маринист. Маринист? Ну, какой уж я маринист. Боголюбов, да? Конечно, как же не сходить в Третьяковку. Успеть бы. Боголюбов. Так, художник. Ну, я немножечко, конечно,
более развязный такой маринист. Это, да, ну это такая школа, такая, как у Айвазовского. Это очень интересно. Естественно, предлагаю сходить, друзья, и поучиться. Постараюсь пойти, если времени хватит. Просто скоро у меня класс в Армении. Я не знаю, когда это будет выставка. Постараюсь успеть. Спасибо большое, друзья. Давайте заканчивать. Сколько у нас было людей в эфире сегодня? 183 сейчас. 183 человека сейчас. Ну, просто многие уже спят. У нас страна большая. Поэтому ну, 20 часов по Москве, вот выход в эфир, все-таки, мне кажется, оптимальный для средней полосы. Но ничего страшного. Вы же сможете посмотреть это потом в записи. Сообщайте друзьям о наших эфирах. В четверг, в следующие, в 20 часов мы продолжим наши встречи. Всего хорошего, спасибо. Ну, до свидания. Пока.